Всем привет и добро пожаловать в новый эпизод Let's Play «Нарядные нитки». С вами Терри, и мы продолжаем с того, на чем мы закончили. Отправь, пожалуйста, сначала... Так, подождите, опять как отправить Продавита? Отправь, пожалуйста, эту лошадь через Продавита. Мы продолжаем на том же, с чего закончили, потому что я записываю эти эпизоды подряд. Ребят, следующие несколько эпизодов будут записаны у меня... подряд, потому что я уезжаю на какое-то время, и мне нужно будет, чтобы у меня все это было предзаписано. Почему стена не пропадает? А, потому что я на этаж выше. Понятно. Вы смотрите, теперь она играет, блин. Это даже лучше, чем предыдущий кадр. А это вообще... Она такая милая. Я обожаю. Я никогда не думала о том, что это такой прикольный объект. Мы только на нем писали, мы никогда на нем не делали каких-то таких вещей. Давайте продолжим все наши проекты для вязания, точнее по вязанию. Раз уж ты не спишь, то сделай, пожалуйста, все, что тебе надо доделать. Так, это были фиолетовые. Не знаю, какие я не сделала еще. Закончи, пожалуйста, все свои проекты по вязанию, раз ты не спишь. Это же повышает досуг, правильно? Да. Отлично, тогда мы ускоримся. У нас пчелка всю ночь будет вязать, поэтому, ребята, увидимся утром. Я думаю, что ничего особенного за это время не произойдет. А, маленький перерыв. У нас обезьянья лапка оставила отзыв на носки до середины голени. Предмет черно-серые носки до середины голени придает мне уверенность, необходимую для достижения моих жизненных целей. Кто бы знал, что шерсть дает такой эффект? И не говори, я сама точно не знала. Господи, эта риса так вопит. Ладно, у нас уже почти 5 утра. Работу мы все сделали. Это такая умиротворяющая картина. Ладно, все. Давайте промотаем теперь уже до утра. И... увидимся утром. Ну что, ребят, пчелка у нас завершила все свои вязальные проекты. Поэтому мы сейчас ее посадим делать домашнее задание. И у нас сегодня праздник урожая. Где-то должны были появиться гномы. Вот они. Я на самом деле не хочу взаимодействовать с гномами, потому что они начинают раскидывать семена. И мне это не очень нравится. Господи, как эта риса вопит. Ты еще хочешь спать? Да, хочешь. Ну ладно, спи. Вот. Но я точно хочу устроить какой-то обед. Не обед, но что-то такое, какой-то семейный. Да, семейный обед, наверное, будет правильно. Вот. Но учитывая, что у нас даже нету стола, можно купить стол и поставить его вот здесь. Давайте так и сделаем. Мы столько заработали на продавите, что мы, кажется, наверное, даже сможем... позволить себе стол. Ну что, поехали дальше. Но теперь у нас после покупки стола не хватит денег на... Может, ты отправишься на работу 3 часа? После покупки стола у нас не хватает денег на праздничный обед. Поэтому нам придется изыскать какие-то средства, чтобы его приготовить. Возьми, пожалуйста, белье и загрузи его в сушилку для белья. Давай потом это продолжишь. Тебе сегодня в школу не надо. Потом сходи в туалет и прими душ. И раз уж ты среди скаутов, помой вот это все. И наполни миску, потому что у нас еда... Ой, еда, говорю, лиса. Лиса у нас голодная, навопит так, что я уже больше не могу, прекращая в конце концов. Ужас какой-то. Так, давай, пчелка. Она такая милая, бегает своей ванцей по дому. Вообще такая розовенькая. Так, ладно. Занимайся своими делами, не будем тебе мешать. Ты молодой человек. Не знаю, что с тобой делать. Пойди, наверное, поешь. И потом сходи в душ.
Нам надо удовлетворить хотя бы какие-то базовые потребности наших симов, потому что у них впереди долгий день. И где я покупала эту штучку для украшения дома? Давайте повесим украшение. Повесить украшение. Это так клево. Вот в этом месте. О, посмотрите. Даже вот на этом заборчике. Вот на этом заборчике. Посмотрите, как это мило смотрится. Это так клево. У нас по всему дому эти гномы. Посмотрите на них. Вообще. Ну, это так, конечно, классно. Так, здесь надо сделать вот так. Это вообще шикарно. Может, вот это будет скриншотом? Нет, плохой скриншот. Но выглядит, конечно, супер. Так, ладно. Что ты у меня делаешь? Ты кушаешь, по-моему, пчелки, я сказала заняться собакой. Поэтому ты кушай спокойно. Пчелка у нас сегодня за главную. А, да, есть собаке, наверное, немножко еды, пока она не дождалась ребенка. А то она скоро с голоду умрет. Так, дай немного еды. Конечно, йогурт это не еда. Но у нас пока нет денег на то, чтобы приготовить настоящую еду. Как нам добыть еще денег? Давайте выложим еще что-нибудь на продавито, когда у нас было больше товаров на продавито. И вообще у нас должна быть работа. Так. Есть вариант отправиться сегодня на работу, чтобы получить деньги. Или отправиться на работу, а потом вернуться. И сколько-то денег нам заплатят. Я забыла уже, что у нее есть этот наряд. Это вообще такая приколюха. Ну ладно. Так, или сделаем это скриншотом. Я извиняюсь, но я теперь постоянно буду, наверное, за свои скриншоты ратовать. Ой, господи боже. Ладно. Каждый отмечает по-своему праздник. У пчелки сегодня выходной, поэтому она может делать, что хочет. Мортимер, ты что тут забыл? Иди, да, занимайся своими делами, своими папочками с делами. Так, она у нас зарабатывает нашивки скаутов только так. А ты сходи, помойся. И, наверное, я тебя попрошу все-таки что-то сделать, чтобы продать на продавитом. Создай, пожалуйста, еще скульптуру лошади, потому что скульптура лошади у нас на удивление. Это ваш бизнес, такая вкусная работа. Приветствую вас, творец. То есть, чисто заценили нашу лошадь. Поэтому мы сделаем сейчас еще 3. Так, красавица, ты у меня чем занимаешься? Ты у меня кормишь лису. Давай ты тоже сама поешь. Не знаю, что. Давай бутерброд. Потому что пока мы еще приготовим что-нибудь, это вечность уйдет. Потому что у нас еще денег нету. Запасы воды израсходованы. Ты успел домыться? Да, ну нет, не совсем, ну ладно. Ничего страшного, я думаю, это из-за того, что у нас белье еще. Давай запустим сушку. Мне кажется, сушка израсходует еще и запасы электричества. Но будем надеяться, что это не так. Будем надеяться, что нам хватит на то, чтобы приготовить праздничный ужин. Так, давай проверь еще, пожалуйста, прогресс получения нашивок. Подожди, мы можем получить нашивку, можем получить нашивку. У нас есть 2 нашивки. Гражданская ответственность. У тебя когда скауты? Через 3 дня. Ладно, сегодня мы тогда можем... О, кстати, мы можем организовать встречу клуба скаутов и просто, ну, как бы пригласить всех за стол. Вот, у нас теперь еще есть и справочник скаута. Достанем его сразу? Или он у нее в инвентаре? Или как это называется? Картина кролик. Давайте папа ей подарил картину на День Благодарения, или как он тут называется. И она ее повесила над своей кроватью. Вот так все мило. Так, я не хочу перекрашивать. Я понимаю, что он по цвету не очень подходит, но это что-то, что мы нашли в помойке.
для меня как-то нереалистично это перекрашивать. Пусть будет так, как есть. Так, если мы не поиграем с гномами, то тогда у тебя это не будет выполнено, да? Ну, давай, может, потом ближе к концу дня, потому что не хочу, чтобы гномы мне раскидывали везде семена. Ты куда пошла? Не отвлекай давай папу. Сосредоточься на еде. А потом, наверное, можешь уже и собрать свой клуб. Давай, начни собрание, пожалуйста, клуба. Давайте сегодня останемся здесь. Сегодня особенный день. Поэтому мы остаемся здесь. И у нас нет денег. Вот это просто кризис. Так, а вам есть чем заняться, да? Делать домашние задания, играть на детской площадке, использовать стол для занятий химией. Но думаю, что вы найдете чем заняться. Развлекайтесь. Получается, Иннокентий, Александра, они могут только убираться или вязать. Потому что больше это ничего нету. Ну ладно. Ничего страшного. Давай пообщаемся с... Давайте, знаете, что сделаем? Вспомним нашего давнего друга. Тестин. Читс. Он. И... сделаем то, что я хотела сделать в прошлый раз. Изменим... СП? Это что ли каст называется в русской версии? О, она повелительница вязания! Слушайте, это знак. Это знак, знаете почему? Потому что я выбрала для вязального летсплея ребенка, который будет вязать. А сейчас мы встретили взрослого, который тоже любит вязать. Давайте... добавим ее в нашу семью, и тогда мы сможем открывать вязание с точки зрения взрослого и с точки зрения ребенка. Флиртующая леди, вас ничего не смущает в данной ситуации? Слушайте, я даже знаю, что должно быть скриншотом. Скриншотом должно быть вот это, дайте часа. Капец, дайте я сейчас сделаю вот так. По-моему, она немножечко на нас повернута, но раз уж мы все равно оба... Что за... Они в полном синхроне, давайте тогда, короче... Все. Сделай искренний комплимент по поводу того, что она так синхронно с нами двигается. Заключи ее в объятия. Давайте, знаете что? Сегодня типа день семьи. Поцелуй ее. Раз уж сегодня день семьи, то пусть она у нас станет частью семьи. Мила. Мила, ты вот сейчас третий колесничаешь, честно говоря. Нет, подожди, не делай вот этого, не делай. Так, мы можем добавить ее в семью уже. Так, предложить переехать нет? Ладно, давай произнесем слова благодарности. Подними настроение. Поддержим праздничное настроение, милый, раз уж ты здесь, давай тебе принесем слова благодарности. Ладно, на романтической части сосредоточимся чуть-чуть попозже. Сейчас сосредоточимся на той части, которая про семью. Давайте пообщаемся с собакой, с которой мы уже давно не общались. Кстати, ветер-то хорошо слышно из-за того, что... из-за того, что у нас у дома нет стен. Побалую немножко на диване. Надеюсь, что тебе это добавит досуга тоже. О, ничего себе! Ладно, я изменила свое отношение к тебе. Ты хороший парень. Убери, пожалуйста, одежду тогда. Потом уже побалуй лису на диване. Так, и нам нужны деньги, потому что я реально хотела, чтобы это был настоящий день благодарения.
день благодарения, там, не знаю, с тем, с чем обычно бывает. Ничего себе у нас очков влияния так-то. Мы можем в этот раз даже повлиять во время голосования. Сходи, пожалуйста, в туалет, и, наверное, мы будем просто продадим что-нибудь. А, у нас вот, у нас... А, нет, мы просто не вы... понятно. Так, давай белье выложим. Я думала, что нас хотят купить эту лошадь, а мы ее, оказывается, не выставили, но мы ее не можем выставить. Знаете что, вот эти гномы меня так раздражают, давайте сделаем вот так. Что? Я ничего не заметила. Не понимаю, о чем вы. Так, приготовь, пожалуйста, грандиозный ужин. Ужин. Давайте, у нас вегетарианцев тут нету, сделаем традиционный, день благодаренный ужин с индейкой. Вот наша красавица. Мне кажется, Мила изначально положила на нас глаз. И поэтому теперь она вот так вот, вот так смотрит на леди, которую мы выбрали. Ну давай честно, Мила. Во-первых, ты взрослая, ладно. А ты взрослая или молодая? Вообще, знаете, возраст не имеет значения. Но флиртующая леди, потому и называется флиртующая леди, потому что она начала с самого начала с нами флиртовать. Поэтому, кто первый, тот и первый, все. Так, нам надо продать, по-моему, излишки электричества или воды. Давайте сделаем это, потому что... Продать сейчас. Все, отлично, потому что мне уже так хотелось исполнить эту мечту. Проголосовать за комплексы мер, достичь 10 уровня. 10 уровня? И это только второй. Ладно, мне на это нечего сказать. Так, у нас тут где-то собачья кака лежит, да? Отправь, пожалуйста, собачью каку в мусор. Так. Ну что, день благодарения. А, так, нам отзыв оставили, да? Возьми клан, отвечает. Просто потрясающе, спасибо. Очень хотелось оставить положительный отзыв, но лень победила. Понятно. Поэтому ты только написал, что тебе очень понравилось, да? Ну, спасибо и за это. Ой, какая индейка. Ой, какая индейка. Ой, какой настоящий папа. Вы смотрите, готовит ужин на день благодарения. Это вообще... Не обращайте внимания на осколки, это по особому рецепту. Она надела такое милое платьишко. Ты хочешь спать, что ли? Подождите, она хочет спать? Ну, вздремни тогда немножко по-нормальному. Давай, заканчивай готовить, потому что у нас ребенок уже хочет спать. Но идейка, конечно, выглядит просто потрясно в этот раз. Ладно. Гном у нас телепортируется с соответствующим звуковым сопровождением повсюду. Что тут у нас? Качество плохо. Ну, честно говоря, ничего другого я не ожидала. Пищевые отходы. А, это вот то, что у нас комплексные меры такие. Слушайте, прикольно, никогда этого не знала. Давай превратим их в компост. Это как будет? А, поняла, все, ладно. Так, выстави, пожалуйста, вот это в продавитом. И давайте индейку перетащим вот сюда, чтобы мы могли ее выставить вот на этот стол. Это будет прекрасный ужин. Так, все. Теперь ты просыпайся. И иди сюда. Вообще идите сюда все вместе. А ты, пожалуйста, пригласи всех на грандиозный ужин. У кого-то есть зонтики, кому-то повезло больше, чем остальным. Вы посмотрите на них.
Они сейчас будут есть все вместе. У нас настоящий семейный ужин. И не только семейный, это еще и ужин с друзьями, с самыми близкими, с теми, с кем мы знакомы с самого начала этого летсплея. Все вместе сидим и ужинаем на фоне нашего прекрасного кукольного домика. Он так улыбнулся прямо в кадре. Это вообще очень круто. Посмотрите, он, как знаете, как гордый отец такой стоит над этим столом. Он знает, что это он приготовил эту великолепную индейку отвратительного качества. И он этим гордится. Ладно. Давайте тогда доедим. Ты, по-моему, можешь тоже произнести слова благодарности. Поговори про вязальный клуб, спроси, нравится ли ему. Поговори про школу с этой леди. И произнеси слова благодарности для Милы, которую мы знаем с самого первого эпизода. И которая к третьему или четвертому... сделала нам комплимент. К третьему или четвертому эпизоду Мила стала практически частью семьи. И давай подарим всем, точно, давайте подарим всем по подарку. Так, там было Миле, да? Николаю. Подарим подарок плетущей леди. Давай. Так. Ты же не можешь доесть, правильно? Так, я хочу это видеть. Подождите. Дайте мне время настроить камеру. Мне кажется, Ирон пытается еще и с Милой заигрывать. Awkward. Ты в курсе, что у тебя тут потенциальная невеста, плюртующая леди, сидит рядом с тобой? Честно говоря, мне уже хочется запустить что-то вроде голосования по поводу того, кто же из этих трех прекрасных леди должен стать нашей парой. Ну или может стать нашей парой. Подождите, Номер один. Мила. Женщина, которую мы знаем уже довольно давно, которая была с нами всегда и, возможно, навсегда и останется, кто знает. Номер два. Флиртующая леди. Леди, которая, впервые увидев нас, начала с нами флиртовать, и с которой мы сейчас в более близких отношениях. И номер три. Прекрасная, несравненная Анжела, которую на самом деле просто люблю. Образованная, чудесная, замечательная девочка, но она идет у нас в комплекте с сестрой. И это может разнообразить наш летсплей. Так что, ребят, наверное, может, я даже добавлю какое-нибудь голосование где-нибудь. Если у меня получится это сделать, то, пожалуйста, отмечайте, кто вам больше нравится, голосуйте. И, хотя нет, наверное, не получится, ребят, потому что я все предзаписываю, поэтому решать буду я. Ха-ха-ха-ха-ха. Вам придется жить с тем, что я выберу. Так, ну что у нас здесь? Подождите. Меня вот теперь немного пугают ее вот такие жесты после того, как она так сделала на попу нашего папы. Для меня это, честно говоря, даже, помните, это была заставка в том эпизоде, где она это сделала. Ну да ладно. Так, малыш, тебе надо идти спать, ты очень устала. Доешь, пожалуйста, свою еду и ложись спать. А ты, наверное, оставь пока ребенка в покое. И сходи помойся. Посмотрите, флиртующая леди чувствует себя уже, ну, прям вот как дома. Мне кажется, это знак. Смотрите на нее. По-моему, она уже мечтает о том, что это все ее владение. Честно говоря, я голосую за флиртующую леди просто потому, что у нее есть необходимый, скажем так, нам навык вязания. Точнее, у нее даже мечта всей жизни — это навык вязания. Поэтому предлагаю в любом случае добавить ее в семью.
А с кем в итоге останется наш герой, мы уже решим дальше. Даже если флиртующая леди будет нашей временной второй половинкой, это еще не значит, что она должна быть нашей постоянной второй половинкой. Тем более, что Иннокентий у нас, позвольте заметить, человек свободный от всяких условностей и ничем не связанный. Давайте завершим собрание клуба. Закончить собрание и перейдем к более интересным вещам, которыми я хотела бы сегодня заняться. Нет, ты не сможешь спать, потому что я хочу, чтобы ты пригласил на свидание. Нет, никто не купил нашего коня. Срок действия объявления о продаже предмета протевита истек. Предмет возвращен в багаж. Вы можете в любое время снова выставить его за продажу. Я потратила на это 10 миллионов. Эй, вы. Выставь, пожалуйста, снова протевита. Давай позовем нашу флиртующую леди на свидание. В прошлый раз она нас позвала на свидание. А в этот раз мы сделаем первый шаг. Честно говоря, мне хочется взять ее в какое-нибудь особенное место. Кстати, а как насчет того же самого места, куда она брала нас? Утес на закате, мне кажется, просто прекрасен. Ну что, ребят, мы с вами прибыли на утес. И погодка, конечно, не айс. Ладно, давай поднимем ей настроение. Хотя она вроде наслаждается, посмотрите. Она наслаждается свиданием. Давайте разделим с ней любовь к собакам. Так, произнеси слова благодарности. Скажи, я так рад, что ты есть в моей жизни. Я рад, что ты согласилась сходить со мной на свидание. И я рад, что ты переименовалась во флиртующую леди после того, как я называла тебя так 100 500 миллионов раз. Так, нам нужно присесть и поболтать. Давайте сесть вместе. Давайте. Бегом. Да, отлично. Сядьте, пожалуйста, вместе. Сиди. И теперь... Кстати, вот это тоже неплохой скриншот. Вот это я понимаю день благодарения. Теперь давай... скажи, пожалуйста, искренний комплимент. Пофлиртуй. О, нам надо очень хорошо пофлиртовать. Поменяйся номерами. Потому что, видите, у нас есть... Пусть оба персонажа находятся в кокетливом состоянии. Задай ей... Вручи романтический подарок. В виде деталей для улучшения. Я думаю, она оценит. Расскажи... Нет, давайте не будем... А, нет, они должны быть еще и игривы. А он не игривый, он этот уверенный. Так, я надеюсь, сейчас это все исправит. Да, отлично. Так. Давайте. Давайте. Я хочу это увидеть. Давай. Так, давайте станем парой. Так, волшебной палочки хочет купить подставку для ножей. Ну, давайте не сейчас. Флиртующая вручает. Ты мое сердце, моя душа, мое сокровище, мой день, мое будущее, моя жизнь. Это было прекрасно. Честно говоря, я сейчас реально голосую за флиртующую леди. Но, честно говоря, давайте мы не будем ускорять события, так сказать. Флиртующая леди, но нам не обязательно быть с ней навсегда. Не будем делать ей предложение, но... Почему бы не разнообразить нашу пока что еще не сильно густоватую семейную жизнь?
Давай. Я обожаю анимацию Уху. Это вообще... Так, дайте, я хочу сделать тебе самый прекрасный скриншот, который я только могу из этого получить. Давай. Ну, это правда было прекрасно. Так. Это было даже дольше, чем я ожидала. У меня есть предложение к флиртующей леди, которое сводится к тому, чтобы мы предложили ей переехать. Мы не можем предложить ей переехать? Мы должны быть лучшими друзьями или что? Страстно поцеловать. Ну, давайте страстно ее поцелуем. Так, а мы не можем. Честно говоря... Ладно, давайте поцелуемся, подождем. Честно говоря, я хотела добавить ее в семью. Почему это не вариант? Мы можем сделать ей предложение. Но это не совсем то, что я хотела сделать. Может, нам нужно немножко больше дружбы. Давайте сосредоточимся на этом. Поговорим с ней про дождь. Поговорим про что-нибудь нейтральное. Обсудим интересы. Так. Душевный разговор. Насколько я помню, душевный разговор, обсудить интересы. Это самые лучшие варианты поднять отношения. Поэтому будем с ней обсуждать интересы и душевно разговаривать. Заяц Макс хочет купить предмет скульптуры. Давайте решим эти все вопросы, когда дойдем до дома. Я думаю, что мы должны быть достаточно близки к тому, чтобы предложить ей переехать к нам. Но почему-то мы не можем. Она NPC или что? Non-playable? Почему мы не можем попросить ее переехать к нам? Я могу ее добавить к семью или что-нибудь такое? И почему у меня никуда не нажимается больше? Она похвали наряд? Ладно, в общем, я хотела это сделать в этом эпизоде, но, видимо, не получится. Такой вариант стоит того, чтобы его похвалили. Девушку без комплексов. Предлагаю присоединиться, ребят. Давай. Прыгай бомбочкой. Мне кажется, он уже скоро утонет. Утонет раньше, чем мы до чего-то доживем. Ладно, ребят, давайте тогда на этом закончим наш эпизод. Я разберусь. Вы что, разговариваете через камень? Ну ладно. Я разберусь, можно ли ее добавить в семью. Возможно ли это вообще. Давайте я сейчас еще раз проверю. Дружелюбные действия. Должно быть предложить переехать, правильно я понимаю? А, наверное, из-за того, что мы на свидании. Так, да, мы хотим завершить свидание. И... Да, просить присоединиться к семье. Yes! Ура, я так рада, что мы все-таки сделали это сейчас. Нет, не прощайся с ней, пожалуйста, не прощайся, не уходи. Ты нам нужна. Нет, не прощайся с ней. Так, давайте сделаем вот так. Она хочет уйти, я боюсь, что не смогу ее остановить, поэтому мы ее ресетнем и попросим ее переехать к нам.
Ой, что я нажала? Так, дружелюбные действия. И просить присоединиться к семье. Давай, давай. Давай, давай. Так, давайте. Вот такой милый с этими своими этими. Ну, смотрите. Возможно, вот это и будет нашим скриншотом, не самый яркий вариант. Но с другой стороны, это как раз тот момент, когда мы попросили ее переехать к нам. И она сказала «Да, окей». Флиртующая леди стала частью нашей семьи. И у нас добавилось 20 тысяч симолеонов. И, честно говоря, я даже протестовать не буду, потому что нам надо явно расширить наш домик. Так что, я думаю, ребят, следующие наши... парочка эпизодов, это будет Let's Build. В общем, ура! Ну что, вот теперь точно наш эпизод на этом подходит к концу. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши идеи в комментариях и увидимся в следующем видео.